переживай, это просто зрители пришли. А вы кто такие? И как сюда попали? Вы что, с луны свалились? Ничего не понимаю. Не переживай, это всего лишь зрители. Не совсем. Они пришли на смотр конкурс детского и юношеского творчества «Лучики надежды». Поздоровайся же с ними. Здравствуйте, дорогие зрители! А кто это говорит-то? Я, Центр культуры «Россия». А на кого они смотреть пришли? Ой, ты живой? Извини, что я по тебе в обуви хожу. Ай, да ничего страшного. Со мной не такое случалось. Я хотел тебе рассказать, что пригласил самых талантливых ребят нашего округа на этот концерт. И хочу показать зрителям, как здорово учиться петь и танцевать. Кстати, все участники концерта будут отмечены дипломами и получат сладкие призы. А их руководители получат благодарственные письма. Лучшие номера смотра конкурса войдут в программу гала-концерта, который состоится на моей сцене в Центре культуры «Россия» 3 мая. Вот это здорово! А зачем я вам здесь нужна? Маша, я уверен, ты знаешь сотни игр и обязательно придумаешь, чем заняться с ребятами. Конечно, можно. Ну а первым я хочу пригласить на сцену солиста Центра культуры «Россия» Артема Миронова, руководитель Екатерина Волкова. Песня «Наш хит». Солистка Центра культуры «Россия» Злата Абухович. Руководитель Екатерина Волкова. Песня «Солнышко».
Встречайте на этой сцене солистку Центра творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» Кристину Альментьеву, руководитель Людмила Казакова. Песня «В зоопарке». Наташка. Выступают солисты Дома культуры имени Ленина Аркадий Вараксин и Дарья Колосова, руководитель Елизавета Белкина. Thank you.
На сцене участники танцевального коллектива «Метро» Центра культуры «Россия». Руководитель Елена Ушакова. Танец «Лялечка». А ты кто такой веселый? Не плачет и не ревет. Да это ж наша лялечка танцует и поет. Для вас поет солист Центра творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» Осман Мусаев, руководитель Людмила Казакова. Я открою вам секрет, как на свете жить без боли и без разных бед.
И они должны у нас, они должны доставать из чемодана одежду и надевать на себя. На счет три. Встречайте бурными овациями солистку культурно-развлекательного центра поселка Моторный Алису Беннер, руководитель Вера Ковалевич. Песня «Моя семья». Самый, если я там буду.
Для вас выступают учащиеся студии танца «Кристалл» Центра творческого развития и гуманитарного образования «Гармония». Танец «Летят утки». Руководитель Лариса Усанова. Центр культуры «Россия» Екатерина Лачимова, руководитель Екатерина Волкова. Мне подружки говорят.
Давайте в такую игру поиграем. Я вам слово, а вы мне наоборот. Давайте. Например. Здравствуйте, ребята. Ну, здравствуйте. Ну, ладно, до свидания. Дальше. Для вас поет солистка Центра культуры «Россия» Софья Шабалина, руководитель Екатерина Волкова. Песня «Сашка». Встречайте бурными овациями воспитанников детского сада номер 18. Хореографическая постановка «Танцуй, Россия». Руководитель Юлия Шуткова. Тишина и скукота, хватит ты сердце.
Следующим на этой сцене выступит солист Центра культуры «Россия» Роман Собянин, руководитель Екатерина Волкова. Песня «Неизбежно». За тобой!
закрываются глаза. Я бы мог дороги строить, книги разные писать, фильм снимать на кинопленку и играть за ЦСКА. Буду я пока ребенком, буду маленьким. «Тайна моя девичья». Для вас поет солистка Дома культуры имени Ленина Алена Терещенко, руководитель Елизавета Белкина. На сцене учащиеся студии танца «Кристалл» Центра творческого развития и гуманитарного образования «Гармония». Танец «Свирель и рожок». Руководитель Лариса Усанова. Жили-были свирель да рожок.
Для вас выступает солистка Центра культуры «Россия» Вероника Вороненко. Руководитель Екатерина Волкова. Песня «А мне бы петь и танцевать». Зачем мне это нужно, мама? Быть тихой и послушной, мама. От этого страдаю я. Эти учебники и ноты, эти компьютеры и счеты. Видно, влияет плохо на меня. А мне бы петь и танцевать, а мне бы прыгать и скакать, собрать подружек полный дом, перевернуть весь дом вверх дном. Аплодисменты!
свою картинку. Гав-г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 ав. Молодец. Третий. Что у тебя? Котик. Ну давай. Мяу-м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 яу. Молодец. Давай. Четвертый. Кто у тебя изображен? Свинка. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Молодец. А у тебя кто изображен? Коровка. Подходим, подходим. Молодцы. А теперь все вместе подходим к микро. Поем. Раз, два, три. Встречайте солистку культурно-развлекательного центра поселка Моторный Еву Иванову, руководитель Вера Ковалевич. Песня «Пропала собака». Yeah.
Встречайте бурными овациями воспитанников средней общеобразовательной школы номер 7. Танец «Витаминки». Руководитель Анна Зуева. Россия, Александр Михайленко, руководитель Екатерина Волкова. Песня «Пой со мной». Ой, когда сердце грустит, ой, когда сердце грустит.
Встречайте дуэт солистки Центра творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» Вероника Долгих и Вероника Казакова. Руководитель Людмила Казакова. Песня «Подружки». Встречайте участников танцевального коллектива «Метро» Центра культуры «Россия». Танцы в стиле хип-хоп. Руководитель Елена Ушакова и Алла Снеткова. Thank you.
Да. Пока. Займи свое место, пожалуйста. Давай нас шарим, Мишка. Минуту, давай пока. Давайте подальше отойдем, чтобы... Когда я скажу слово «начали», вы надуваете шарики, хорошо? А когда я скажу «стоп, хватит уже, слишком большой», то лопнет, бух! Раз, два, три, начали! Встречайте Маргариту Рундину, Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония», руководитель Людмила Казакова. Песня «Подарочки». Вроде бы мне день рождения, а
сцене солистский Центр культуры «Россия» Анастасия Киреева и Софья Шабалина. Руководитель Екатерина Волкова. Песня «Прятки». Мы разделим с тобой шоколадку. Будет эта песенка звучать.
А конфеты у нас кончились. Концерт продолжается. На сцене дует ветерок. Встречайте солистку Центра культуры «Россия» Дарью Усольцеву, руководитель Екатерина Волкова. Центр культуры «Россия» Елизавета Политыкина, руководитель Екатерина Волкова. Матушка, возьмем.
сцене учащиеся студии танца «Кристалл» Центра творческого развития и гуманитарного образования «Гармония». Танец «Акулинка». Руководитель Лариса Усанова. Центр культуры «Россия» Александр Михайленко и Вероника Вороненко. Руководитель Екатерина Волкова. Песня «Обнимем этот мир». Нарисуем мы наш счастливый мир.
Будет светлым, он обнимет этот мир. И будет светлым.